Привет. А в интернете можно часто увидеть видео, как ты боксируешь на лапах. Скажи честно, ты готовишься к бою в поп ММА? И как ты думаешь, ты бы вывез Джигана? Прям часто, да, ты видишь? Ну, замечаю, да. Окей. Можно я отвечу на этот вопрос? Пожалуйста. Короче, я не знал, что Нурлан занимается боксом. Занимался боксом с детства очень плотно. Я ему говорю, поехали боксом занимаемся. У Андрюхи Бупа со Зальчики есть, пандемия была. Думаю, сейчас заскочу, думаю, покажу, как я там шлепаю. Ну все, расходимся, и он становится на лапы. Я просто вот так смотрю, что он творит. Видел, как он работает вообще? Ну да, контакт. Нормально, неплохо. А я, просто там три раза по мешку и отдыхаю 10 минут. И он меня смотивировал, вот я честно могу сказать, на усиленные занятия боксом. Спасибо тебе большое. Спасибо, я не знал. Но...